Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Краснодаре. Матч жизни, а может быть для кого-то еще и матч смерти. Краснодарское дерби. Кубань в гостях играет с Краснодаром 2, с последней командой МЛПЭТ первой лиги. Подкат сзади. Передача прошла в итоге от уже падающего Абдокова на правый край. Это Илья Масейчук. Тараном несется к штрафной площади. Подача. Свисток арбитра уже прозвучал. И этот гол не будет праздноваться. Как бы не возмущался Архипов. В центре поля удается перехват осуществить хозяевам. И передача, проникающая в штрафную. А Коронкова. Вот удар! И вот он гол! 1-0 Краснодар 2! Терпеливо дожидались хозяева, когда же Кубань отправит мяч в центр поля. Там совершили перехват подопечные Александра Хромыкова. Вот он, довели дело до проникающей передачи в штрафную. Пытаются снова очень тонкую вышивку в контратаке совершить хозяева. Удар перед собой, мяч отражает Нестеренко, но вторым движением все же фиксирует его опытный голкипер Кубани, уроженец Краснодара Исаенко. В опорной зоне вот эта хорошая передача, проникающая. И дальше на второй темп и пропускает мяч Архипов. И удар Сидорова! И 1-1! В лучших традициях Барселоны фланговая атака с передачей на второй темп чуть назад со включением крайнего защитника. И Максим Сидоров, который едва ли не лучше остальных знает, что такое дерби Краснодара, вколачивает мяч в сетку ворот Станислава Акацева. 1-1! И это на второй-то минуте второго тайма. А Коронква, Суров, ну и Сидоров из-за боковой. Опасно скачет мяч. Можно бить. Ворота полупусты, но зачистили. Зачистили эту ситуацию, чрезвычайно угрожающую, около своих ворот защитники Краснодара 2. Нарушение правил. Максим Сидоров получает карточку, которая желтая является для него второй. Удаление. Замахивался на удар, натягивал тетиву, но передумал в итоге. Какой сольный проход, внимание, подача, рикошет, удар! И это эхо тоже отразится от трибун. И отклика у болельщиков не отыщет. И это финальный свисток. 1-1!